Всем привет! Сегодня будем делать передачу урона персонажам, точнее ботам. И как же мы будем это делать? Давайте зайдем в папочку, где у нас вся конструкция бота находится. И создадим такую штуку, как получается. Зайдем в Blueprints и возьмем структуру. В этой структуре мы будем писать как раз таки сами значения, которые мы будем изменять, записывать и так далее. Давайте назовем это у нас как-нибудь HP Actor. HP Actors. Зайдем внутрь, создадим парочку переменных. Это, во-первых, у нас будет max HP. Ну, давайте вектор полностью пропишем. И второе значение у нас будет current HP. Это у нас текущее значение нашей жизни, да? Выставим это все в float. Запишем, да, давайте выставим, кстати, максимальное значение. У нас будет 100. Текущее значение пусть будет тоже 100. То есть из 100% 100 пуна. Так, ну вот, это все, что нам необходимо, да? Вот это сами боты. Давайте зайдем в них. Так, event graph. Давайте создадим переменную. FPVU как-нибудь назовем. Выберем тип. Это вот как раз таки ту структуру, которую мы создали. HP Actors. Все. Структура, если мы закомпилим, структура у нас здесь уже появится. То есть мы можем ее уже получить прямо из структуры, записывая сюда все переменные. Да? То есть мы не будем создавать здесь кучу переменных, как зачастую, в принципе, и создаем. Вот даже, да, max health, dead, height, ну, то есть такие, да, вот эти значения здесь не нужны будут. То есть они будут у нас в отдельной штуке. Теперь, для того, чтобы передавать все эти показатели, нам необходимо будет, так, запишем. Для того, чтобы передавать эти показатели, нам необходим будет Blueprint Interface. Назовем его BI, как это, HP Actor, что-нибудь подобное. Зайдем сюда, пропишем новую функцию. Давайте какой-нибудь Flash Damage. И здесь необходимо нам создать входящий параметр, входящую переменную. Она у нас будет float. Это как раз таки то значение, которое мы будем отнимать у бота. То есть стреляя, мы будем отнимать вот это значение. Давайте его назовем input damage. Input damage. Так, окей. Compile save. В принципе, она здесь нам уже не нужна, но ладно, пусть пока оставим. Теперь нам надо подключить к нашему боту данный интерфейс. Так, у нас персонаж открытый. Заходим в class settings. Так, это, я не знаю, что это у нас. Так,
Добавляем сюда. Так, вот BI HP Actor, который мы создали. Compile, save. Теперь наш персонаж, вот он, да, он стреляет пулями. Соответственно, нам эти пули необходимы. Тоже в них, точнее, тоже прописать этот интерфейс. Давайте найдем. Она где-то у нас third person. Blueprint, наверное. Да, вот она. Projectile, да. Вот то же самое, что пуля. Внешне она у меня выглядит вот так вот. Это у нас обычная сфера и коллизия сферы. По сути, на коллизии сферы давайте сразу создадим. Он компонент hit. Он нам дальше пригодится. Так, зайдем в класс settings, подключим наш интерфейс. BA HP Actor. Все. Здесь мы как раз таки вот flash damage наш получился, да? Теперь давайте получается создадим, точнее вытащим нашу наше значение, которое мы только что задали на функции, да, интерфейса. Вот оно, это flash damage. То есть при попадании пули мы выполняем действие. В данном случае это у нас так, destroy actor, то есть мы передаем значение и уничтожаем пулю. Так, будем передавать значение. Давайте выставим как promote variable. То есть мы создали новую переменную. Назовем ее damage. Compile. Прописываем. Ну, пусть это будет 15 значения. Так, все, compile save. Теперь в персонаже. Так как мы тоже подсоединили наш интерфейс. Вот он, да? Flash damage появился. Нам надо создать event. Либо можете полностью прописать event. Event flash damage. Вот это та часть, которая нам будет передавать сюда, в боту, точнее, да, вот наше значение дамага. Так, переменная hpvu, да, вытаскиваем сюда, пишем get, сразу давайте перетащим сюда на set, развернем список. Это split stretch pane. Здесь мы тоже сразу развернем список. Получается у нас, да, max значение, current значение. Теперь входящее значение input. Мы должны вычесть наше значение, точнее, из нашего значения жизни. Вычитаем float to float.
значение дамага. И мы передаем значение уже на запись. Значение max HP у нас остается, как и было. Так, как это? Как-то красивее. Давайте я спущу вот так, чтобы было более понятно. Далее, после этого мы, в общем, проверяем. Ставим бранч сюда, проверяем значение нашего ХП. То же самое открываем с Preach Structure Pin. Если у нас значение нашего ХП меньше или равно нулю, то есть практически персонаж мертв, да, мы передаем значение на true. В данном случае давайте поставим destroy actor. Ну, вообще сюда можете прописывать значение какого-то, допустим, сначала какой-нибудь там play, анимонтаж. И еще что-нибудь, да, проигрывайте анимации смерти и так далее. Или же передайте значение уже, получается, как он называется-то? Animation Blueprint. И в нем уже проигрывайте значение смерти, то есть имитацию. В данном случае... Ну, сюда можно добавить какие-то вспышки и так далее. Все. Давайте попробуем проверим. Так, по 15, да? Надо еще, кстати, давайте поставим куда-нибудь вот сюда print string, чтобы мы отображали значение. Так, после записи выставим. Это просто чисто для проверки. Так, очень интересно, почему не проходит. Смотрите, flash damage, да, но я выбрал не тот flash damage. Надо выбрать flash damage message. Вот с таким конвертиком. Почему-то я не заметил этого. Сюда же подаю. Здесь появился таргет, да? Во-первых, нам надо подать в какого персонажа. Это Hot Hair Actor. Вот сюда, то есть должны передавать значение. С кем есть соприкосновение, так скажем, нашей пули, туда и передается. Так, здесь мы поправили. Это мы можем прикрыть. Персонажа, да? Здесь все правильно. Нам надо создать такую штуку, как коллизию. Смотрите. Проходим Project Setting. И здесь есть вкладочка. Так, коллизия. Давайте Object Channel. Мы создадим новый New Object Channel. Project Tail, Default
response блок. То есть блокируем, принимаем. Все. Здесь мы уже создали projectile. Теперь в projectile давайте поправим коллизия компонент. Видите, у нас здесь world static стоит. Можем, в принципе, его ставить. Ну ладно, давайте projectile, вот который мы только что создали в коллизии. Он блокирует все. Но если вы не хотите, чтобы пули сталкивались друг с другом, надо ставить игнорировать пули. Вот сами пули игнорируют пули. То есть мы object type поставили только что созданный коллизийный, так скажем, канал. И блокируем, пули игнорятся, все остальное блокируется. Compile save. Так, теперь в персонаже. Персонажи. На капсулу. Давайте. У нас стоит баун. Выставим сюда кастом. И игнорируем наши пули. То есть наша капсула персонажа, да, не должна принимать пули, как, так скажем, вообще. А вот сам наш мэш... Я что-то здесь вон трейс зачем-то ставил, не помню. Наш мэш, кстати, должен блокировать. Да, он все правильно, он блокирует. Давайте еще раз проверим. Так, но то, что они падают с такими моментами, это все нормально. Я здесь simulate physics поставил. Подождите, почему он у нас от первой пули упал? 15. Так, здесь мы... Принстринг вообще работает или нет? Я что-то не заметил. А, 85, и он сдох. А, отлично. Давайте выключим вот эту ерунду. Так. Хорош ходить. 55. 40. 25, 10, да? Ну все правильно, да? Вот минус там был. 70. И 10. Все отлично. Оружие у нас осталось. Но так как после смерти, кстати, можно сделать вот эту всю ерунду. То есть создание... Симуляция, да? Destroy, допустим, отключим. Сделаем симуляцию падения и так далее. Кстати, насчет симуляции мы еще поработаем. Как-то и видосик еще выпущу. Это, скорее всего, неправильная часть, но ладно. Не особо важно. Так, и... У нас... Так, Create Weapon, да? Мы сейчас создаем оружие. Second Weapon AC. Кстати, можно сразу его... Либо Destroy. Делаем Destroy Actor. Сделать... Либо сделать тоже симуляцию, чтобы она падала. Давайте попробуем. Как жестко.
Что ты делаешь? Видите, вот, кстати, симуляция, что делает с персонажем. Вот это вот кривые руки, непонятные части. Вот надо над этим поработать. Хорошо полетел. Отлично. Ну вот, на этом мы закончили. Мы передали нашему персонажу дамаг. Вся основная часть, в принципе, вот здесь. На этом все, друзья. До скорой встречи, пока.